Так, мене звуть Надія Макаренко. Я представляю бренд Travel Designer, туристичний оператор з островів Індійського океану і Африки. Крім того, я також представляю і інші проекти: це Travel Ukraine і NLM. Перший Travel Ukraine – це туроператор по Україні, і NLM – це також представницькі послуги і діджитал-маркетинг для туристичних компаній. Сьогодні поговоримо про Travel Designer. Цей оператор був заснований в 2020 році, і він саме спеціалізується на островах Індійського океану, Африку. Це україномовний туристичний оператор. І ми велику увагу приділяємо також роботі з агентствами, співпраця з якісними постачальниками, і намагаємося також надати якнайбільше корисної інформації для наших партнерів. І, звісно, також працюємо швидко і якісно з кожним вашим запитом, бронюванням, допомагаємо. І також працюємо з досить складними напрямками, такими як Мадагаскар, Юніон або африканські країни, наприклад, зараз ви маєте бачити наші напрямки, головні напрямки, які є: це Маврикій, Сейшели, Мальдіви, Шри-Ланка, Занзібар, Мадагаскар, Юніон і африканські країни. Це в більшості це Східна і Південна Африка. І цей список буде розширюватись незабаром. Ми вже готуємо для вас деякі нові напрямки, сюрпризи. Про це ви дізнаєтесь незабаром. Проєкт представлений на різних платформах: і YouTube, і Facebook, і Instagram. Тож можете подивитися, завітати на наш сайт і користуватись там вже багато різної потрібної інформації. Всем добрый день, всем вновь присоединившимся к нашим сегодняшним вебинарам. Представлюсь, меня зовут Наталья, я представляю отель Hilton на Сейшельских островах. У нас всего 4 действующих отеля и 2 новых отеля строящихся. Из действующих это Манго Хаус, про который я сейчас расскажу поподробнее, Hilton Labrisse, Hilton North Home и Double Tree Alamanda. И 2 строящихся проекта, которые мы надеемся реализовать и открыть, это Waldorf Astoria и Canopy by Hilton к 2023 году. Про Mango House. Mango House – это наш новый отель. Он был открыт в июле 2021 года. Это отель, бутик-отель в категории Deluxe. Небольшой отель, буквально на 41 ключ. По бренду Mango House начну как раз презентацию, расскажу, к какому из брендов он относится в компании Hilton. В компании Hilton есть новый бренд, который называется Alexar. Это новый бренд делюксовых отелей. Всего у нас 3 делюксовых бренда. Это Waldorf Astoria, это отели Conrad и Alexar. Всего в данный момент порядка 15 отелей открыто во всем мире под брендом Alexar, то есть это все абсолютно новые, свежие, концептуальные отели в категории Deluxe. Есть отели в Америке, в Японии есть отель, в Лондоне, в Дубае, в Турции, в Бодруме. И вот на Сейшельских островах первый отель под брендом Alexar. В общем-то, с точки зрения специфики этого бренда, специфика бренда заключается в том, что максимально отели сливаются с местной культурой и местными традициями в той стране, в которой этот отель находится. И, конечно, на Сейшелах довольно богатая такая интересная и аутентичная культура, поэтому мы стараемся максимально слиться с историей места, в котором был построен этот отель, и с традициями сейшельскими, креольскими. По расположению отель Mango House для тех агентов, которые знакомы с базой отельной на Сейшелах. Мы находимся в районе Белазар.
недалеко по соседству с отелями Four Seasons и Кемпински. Это такой основной ориентир, про который я говорю. В общем-то, с точки зрения территориального расположения, это юго-западная часть острова Майя. Это основной остров, где располагается международный аэропорт. Добраться от международного аэропорта можно на автомобиле, на трансфере буквально 30 минут займет этот трансфер, минут 40 от отеля занимает трансфер до столицы Сейшел, небольшого городка Виктории, для экскурсионной прогулки, для сувениров и посещения ботанического сада. В общем-то, с точки зрения расположения, отель удачно расположен в южной части острова. Южная часть острова богата такими интересными культурными моментами с точки зрения галерей, художественных галерей, художников или мастеров, которые как-то исторически так сложилось на Сейшелах, расположены в южной части острова Майя. И, конечно, при строительстве, при декоре вилл наших ресторанов и общественных зон, конечно, мы привлекали огромное количество сейшельских местных творческих людей, которые разрабатывали дизайн, декор этого отеля. И, в общем-то, есть элементы сейшельские, которые были произведены на Сейшелах. Чем заняться можно на острове Майя, на южной части острова? Это, конечно, отправиться в галереи, познакомиться с художниками и посетить галереи, возможно, приобрести какие-то картины. Южная часть острова Майя популярна тем, что есть небольшие пляжи, абсолютно дикие с точки зрения того, что там нет отелей, нет никакой инфраструктуры, то есть абсолютно девственная природа, небольшие пляжи, довольно уединенные, и отправиться на экскурсию, именно поездить по пляжам, очень интересно, потому что все пляжи разные, есть пляжи, окруженные коралловым рифом, где можно посноркелить, где не глубоко, есть пляжи, которые в южной части, прям в самой южной части острова, например, пляж Интенданс, которые не защищены коралловым рифом, там довольно большие волны, туда приезжают заниматься серфингом, пляж потрясающе красивый. Серфинг, как я уже озвучила, дайвинг, водопады, есть несколько красивых водопадов, на которые можно отправиться на экскурсии, конечно же, хайкинг. На Сейшелы очень многие туристы прилетают с целью такого экотуризма, для того, чтобы исследовать флору и фауну Сейшельских островов, помимо того, чтобы отдыхать, наслаждаться пляжем, и поэтому благодаря тому, что основной остров Майя довольно горный, довольно гористая местность, есть очень много красивых трейлов, несложных абсолютно, куда мы организовываем туры с гидом на хайк, на бедовые площадки, откуда открывается потрясающий вид, и есть площадки с видом 360 градусов на основном острове. Про историю отеля и место, где отель был построен. Раньше на территории, на которой построен сейчас отель, этой территорией владел художник, итальянский фотограф Джан Паоло Барбьери. В том месте, где у нас сейчас построена центральная часть отеля, которая называется Main House, у него находилась своя собственная резиденция. Конечно, он является нашим амбассадором. У нас есть очень много фотографий, которые он сделал на Сейшельских островах, пока жил на Сейшелах, и на виллах, и в общественных зонах. И название этого отеля пришло к нам как раз от этого фотографа. Он называл свою собственную резиденцию манго-хаусом, потому что на территории растет огромное дерево манго, которое плодоносит 3-4 раза в год. И мы угощаем, оно до сих пор живо у нас на территории, растет, цветет и плодоносит, и мы угощаем наших гостей этим манго и делаем свежевыжатый сок. И вот поэтому вот это вот название отеля мы решили сохранить, в общем-то, максимально сохранить вот эту зону, где располагалась его резиденция. Вот это вот как раз центральная, на следующем слайде, вот сейчас я показываю фотографию центральной зоны нашего отеля, которая называется Main House, и вот в этом месте находилась резиденция, именно в этом месте, где располагается видовой бассейн с панорамным видом на океан, находился его собственный бассейн. Почему еще также House?
мы называем основное здание, и все дома, все виллы, грубо говоря, мы называем домами, а не виллами, потому что мы стараемся воссоздать такую атмосферу уюта, комфорта, тепла дома для каждого гостя, для каждого туриста, который приезжает в этот отель, окружаем заботой, батлеры, guest experience менеджеры, естественно, создают какие-то уникальные уникальный экспириенс для каждого гостя, какие-то особенные планы питания, особые ароматы, которые любят гости или туристы, например, если они любят запах лаванды, и они об этом нам сообщают, мы обязательно поставим какой-нибудь специальный диффьюзер с запахом лаванды для того, чтобы гость чувствовал себя как дома. Поэтому, да, вот на этом слайде есть тоже такой комментарий, essence of home, ощущение дома, мы стараемся сделать все, чтобы туристам было максимально комфортно и максимально они были окружены заботой. Отель находится в небольшой бухточке, у нас небольшой пляж в этом отеле, бухта называется на французском языке «Anse au Couble», переводится как «бухта голубых цыплят». Конечно, мы вот это название используем в наших маркетинговых каких-то активностях или даже, например, в меню в ресторане у нас есть специальные блюда на завтрак, которые мы называем изготовленные из яиц голубых цыплят. В общем-то, интересно, и когда туристы, когда гости приезжают в этот отель, когда они узнают вот эти вот факты, интересную историю, конечно, их это очень вдохновляет, и вот это ощущение дома им нравится. Территория отеля небольшая, в общем-то, сейчас на карте это вид сверху, центральное наше помещение, main house, где у нас расположен бассейн, наши рестораны, спа-центр с видом на океан. И также на территории отеля есть несколько домов, несколько вилл с жилыми комнатами. С правой стороны расположен у нас дом, который называется Cliff House. Это дом на 13 номеров разных категорий, есть сьюты с гостиными комнатами, есть базовые премиум категории номера. Это как раз тот дом, в котором возможно бронировать не виллу целиком, а номера. И также с правой стороны у нас расположены виллы, которые у нас 3 из 4 спальнями. Сейчас я покажу еще раз карту схематично для того, чтобы сложилось понимание по домам, про которые я рассказываю, в общем-то, по центру желтым указан main house, это центральный дом с нашими ресторанами, центральным бассейном, спа-центром, фитнес-залом, небольшим конференц-залом, и розовым на карте определены наши дома, виллы. Cliff House – это как раз тот дом, который был на предыдущей фотографии с правой стороны, дом на 13 номеров, в нем возможно бронировать номера по отдельности. Также у нас предлагается вариант бронирования этого дома целиком для каких-то групп. И поскольку у нас есть инфраструктура, и мы предлагаем VIP деловые мероприятия, ну, то есть, грубо говоря, совмещение каких-то небольших конференций и инсентивов, и для небольшой группы от 13 до 20 человек возможно бронировать этот дом. Также у нас есть Beach House, в котором у нас 6 номеров. Beach House можно бронировать как виллу целиком, можно также бронировать как номера. И он максимально близко, практически прямо на пляже расположен, то есть самое близкое расположение к пляжу. И у нас есть виллы, которые называются Bay House и Ocean House. Это немножечко правее на карте. Это виллы с 3 спальнями. Эту категорию у нас, как правило, бронируют гости, которые путешествуют большой семьей, путешествуют с нянями и комфортно проживать вот в отдельно стоящих домах, отдельно стоящих виллах. На территории отеля есть 3 бассейна. Бассейн около Cliff House, видовой потрясающий бассейн, на небольшой возвышенности бассейн у центрального дома и бассейн рядом с правой стороны, он расположен, где находятся виллы Bay House. Сейчас покажу несколько фотографий, у нас есть виллы Bay House с 3 спальнями, выглядят они с внешней стороны вот таким образом. Они состоят из 2 этажей. На первом этаже располагается основная спальня, мастер-бедрум, гостиная комната. И на втором этаже 2 спальни. Одна спальня
две спальни коннект на втором этаже, что тоже важно, одна спальня с кроватью дабл, вторая спальня с кроватью медвин. Это прекрасный вариант как раз вот для семей, которые путешествуют с детьми. Большие семьи и, как правило, няни с детками размещаются на втором этаже, мастер-бедрум на первом этаже для родителей, для их приватного отдыха. И гостиная зона, соответственно, в которой может собираться вся семья. Фотография Cliff House еще раз поближе, вот этот дом с тремя спальнями, этот дом на небольшой возвышенности, в общем-то из этого дома красивые виды открываются. Немножечко вид сбоку, как раз про виды, про которые я говорила, виден бассейн как раз около этого дома и вид на океан. По стилю и дизайну номеров я, конечно, сейчас не буду проходиться как раз по каждой категории наших номеров и вилл, всех наших домов. Очень важно, что я хочу отметить на этом слайде, это то, что спальни и гостиные комнаты, в принципе, выдержаны в этом отеле у нас в едином стиле, довольно таком комфортном для глаз и для восприятия, спокойным, песочным, бежевый цвет, декор в стиле бохо, голубые оттенки, конечно, то есть это океан, вода, морская вода и песок, то есть достаточно такие спокойные цвета, использованные в декоре. Поэтому спальни во всех наших виллах выглядят вот в таком стиле. И абсолютно каждый номер, каждая вилла, которая находится в отеле Mango House, они располагаются с видом на океан. То есть с абсолютно каждого номера и абсолютно каждой виллы есть вид на океан. То есть у нас фронтлайн, первая линия, первая пляжная линия у отеля. Что касается питания, в этом отеле мы предлагаем завтраки, полупансион и полный пансион. У нас есть 3 ресторана и 2 бара. Завтраки у нас проходят в формате а-ля карт, то есть таким образом мы стараемся персонализировать сервис и, в общем, подход, в принципе, персонализировать каждому гостю и, соответственно, по а-ля карт предлагаем завтраки. И что важно отметить, конечно, на завтраках свежевыжатые соки, различные варианты кофе, чая, в общем-то, все напитки обязательно включены. Ну, в общем-то, в предыдущих отелях тоже, но в этом отеле у нас, конечно, более расширенный ассортимент напитков на завтраке. Это на фотографии ресторан Muse, это ресторан средиземноморской кухни, он, в общем-то, у нас открыт с самого раннего утра до позднего вечера, и вот это то место, где у нас накрываются завтраки, есть зона внутри ресторана, есть веранда на улице с панорамным видом на океан, в общем-то, для завтрака прекрасное место. Второй ресторан называется Мутья на Сейшелах, это название креольского танца. Вообще Сейшелы это были необитаемые острова раньше, населять их начали французские колонизаторы, привозили сюда рабов из разных стран Африки, и поскольку рабы, не зная языка друг друга, не могли друг с другом изъясняться, и вот в момент формирования креольского языка, креольский язык это вот такой микс с французским, немножечко с английскими языками, то они общались друг с другом посредством танца. И мути – это название сейшельского креольского танца. И вот, соответственно, вот этот ресторан у нас, как вы можете предположить, с креольской кухней. Это барбекю и креольская сейшельская кухня. В общем-то, шеф-повар вдохновился как раз креольской кухней. И, в общем-то, для нас с точки зрения концепта важно в нашем отеле иметь именно такой ресторан, поскольку мы стараемся вот передать максимально всю атмосферу Сейшельских островов и культуры. На следующем слайде у нас изображен один из бассейнов, это вот третий бассейн, который находится рядом с виллами Bay House, и около этого бассейна у нас есть бар, бар Солей, который работает в дневное время до 6 часов вечера до заката и, в общем-то, обслуживает гостей с легкими закусками и напитками как раз около бассейна. Следующий ресторан, третий ресторан, это ресторан Азида, это японская кухня.
тоже, как вы видите, с видом на океан, то есть, в общем-то, абсолютно все рестораны и бары у нас с видом на океан, в общем-то, как и все виллы и все общественные зоны. И последний аутлет – это бар Кокои, это наш коктейльный бар, и бар с сигарной комнатой, и здесь по вечерам у нас играет живая музыка, и, в общем-то, это вот самое классное место для наблюдения за закатами с коктейльчиком перед ужином. Что касается досуга, на территории отеля есть спа-центр, называется АНП, с различными процедурами, есть сингл, есть дабл процедуры. Для туристов, которые едут на Сейшелы для того, чтобы оздоровиться, у нас есть программы йоги, каждый день у нас проходят разные виды йоги, групповые и медитации, которые уже включены в стоимость. Если у гостя есть какие-то особенные пожелания, индивидуально с дополнительной стоимостью, возможно, организовать любой вариант йоги, какое-то особенное питание, если им требуется во время проживания, если они хотят оздоровиться, и, соответственно, процедуры в спа-центре. С точки зрения мероприятий в этом отеле, так, я сейчас посмотрю время, я еще не зашла далеко за пределы отведенного мне времени. По мероприятиям, конечно, обязательно в этом отеле мы проводим свадебные церемонии, и официальные, и неофициальные. В этом отеле мы стараемся делать их tailor-made, это, грубо говоря, под запрос, рассчитываем стоимость сервисов и услуг, исходя из того, что хотят гости и что они хотят видеть от своей церемонии, то есть стандартизированных пакетов мы стараемся в этом отеле не предлагать. И вот на слайде это вот один из вариантов, например, как возможно организовать ужин или даже свадебный пикник для небольшой группы или для небольшой семьи. У нас есть классные подрядчики, которые для Манго Хаус делают вот в таком формате, в формате пикников, что, в принципе, очень подходит нам с точки зрения и концепта, и там соединения с природой. Это не в ресторане, это на открытом воздухе в уединенном месте провести пикник или какой-то ужин. Что касается проживания с детками, как я уже озвучила, у нас есть виллы, которые, в принципе, предполагают проживание с детьми. У нас есть программа, которая, в принципе, у нас бесплатна. В течение проживания с детками занимаются различные занятия и йога, детская йога, рисование, лепка там, каких-то фигурок из песка, изучение креольского языка и прочие истории. В общем-то, в течение дня с детками всегда занимаются, но индивидуальные услуги няни, они под запрос и оплачиваются дополнительно. Чем важно, в Манго Хаус, так же, как и в отеле Хилтон Лабрис, дети до 13 лет проживают и питаются бесплатно на том же типе питания, что и родители. Ну и последний слайд, в общем-то, я уже про это упомянула в самом начале, скажу еще раз, Манго Хаус расположен в удачном месте для того, чтобы ездить по арт-галереям, изучать культуру Сейшел, природу, ездить на водопады и, в общем-то, конечно, батлеры, guest experience менеджеры, которые работают в отеле, общаются с нашими туристами, в общем-то, они для них планируют индивидуальные программы, экскурсионные, и, в общем-то, программа у нас такая, activity достаточно обширная, и преимущественно, конечно, гости, которые проживают именно в Манго Хаус, они бронируют индивидуальные экскурсии. Чтобы вы немножко больше рассказали про пляж отеля, да. Он, я вижу, небольшой, там есть лежаки или нет? Да, слушайте, я потеряла чат, что-то я свернула. Давайте я буду зачитывать без проблем. Давайте, ага. Чуть больше информации про пляж. То есть я вижу, он небольшой, есть ли там лежаки, и как там ситуация со входом, глубоко, не глубоко, отливы, приливы и вся эта история. Да. Смотрите, про пляж. Пляж действительно небольшой, по размеру это 50 метров буквально. У нас есть лежаки и зонтики, которые стоят рядом с пляжем. Мы их не ставим прямо на песок, прямо около воды, поскольку там зона, вот песчаная зона, она довольно небольшая в этом отеле. Поэтому у нас рядом с пляжем есть небольшой газончик, вот прямо у спуска к пляжу, то есть с видом на океан, с пальмочками, что обеспечивает
тень, и там стоят лежаки и зонтики. И там, конечно же, обслуживание из нашего бара, это вот рядом с мейн-хаусом, где у нас есть бар, мы обслуживаем там легкие закуски и напитки около пляжа можно заказать. Что касается входа в воду, смотрите, вот эта вот зона, вот эта бухта, Ансу Публю, она коралловая, и, соответственно, достаточно пологий вход в воду, около самого входа в воду, вход в воду песчаный, но ну, довольно близко кораллы протягиваются к пляжу. То есть есть зона песчаная в воде, я на самом деле вот как раз могу скинуть больше фотографий вам, Надя, и вы сможете поделиться со всеми участниками вебинара, больше фотографий пляжа. У меня есть несколько видео, которые я сняла на телефон, как раз для того, чтобы, ну, понятно было, да, какой вход в воду. Вот. И можно будет посмотреть. Но с точки зрения того, что достаточно пологий вход в воду, есть коралловый риф, конечно, приливы, отливы есть. С приливами и отливами насыщала такая история, что цикличность приливов и отливов – это 8 часов, то есть вода в течение 8 часов и уходит, и уже возвращается. То есть в течение светового дня всегда есть часы, когда можно купаться. То есть не будет такого, что вода ушла на целый день, и ее нет. То есть на Сейшелах это такая цикличность у приливов и отливов достаточно ну, как частая, и промежуток вот этот вот небольшой. Вот. Но это важный нюанс, конечно, особенно для наших туристов. И его часто спрашивают как раз агенты, и я понимаю, что да, нужно быть вооруженным для того, чтобы правильно предлагать этот отель. Это важно. Важно. Да. Да. У Beach House прямой Beach House. Нет, у Beach House... А, прошу прощения, у Beach House, да, прямой выход на пляж. Прям рядом с пляжем. А от остальных номеров нужно прогуляться. Территория отеля небольшая, у нас есть багги. Нам багги могут возить по территории, но там даже от самой дальней виллы до пляжа по времени займет 2, максимум 3 минуты пешком. Ну, то есть я вот, у меня же часто такие вопросы возникают. Я засекала для себя, я ходила по территории, я засекала для себя. Территория довольно равнинная, то есть там нет вот таких вот перепадов, чтобы было сложно передвигаться. Вот, поэтому гулять вполне комфортно, но есть багги, очень много багги, и от любой виллы до мейн-хауса и до пляжа возим на багги тоже. Еще вопрос, Татьяна оставила много вопросов. В Bay House и Ocean House можно бронировать отдельно номера или только всю виллу целиком? Смотрите, мы стараемся делать целиком. Отель, когда изначально открылся, мы предлагали варианты бронирования номеров вот в этих хаусах, Bay House, Ocean House, по одному номеру. Но дело в том, что это двухэтажная вилла, да, грубо говоря, и гостиная зона, например, гостиная комната и мастер-бедрум, это считалось как один номер, как сьют, абсолютно другой вход, отдельный вход у номеров на втором этаже, но там не соблюдалась приватность в таком случае. И, в общем-то, мы, конечно, когда вот только открыли отель, у нас были планы, что мы можем, ну, грубо говоря, как конструктор продавать эти виллы, Bay House, Ocean House. Но, в общем-то, мы пришли к мнению, к такому мнению и решению, что правильнее Bay House, Ocean House продавать все-таки целиком для комфорта туристов, которые там проживают. И вот как показали вот эти полгода, как работает этот отель, как раз эти виллы прекрасно подходят для семей, которые путешествуют, ну, вот, большим составом, и, в общем-то, стараемся отдавать их целиком. А по номерам, вот у нас есть Beach House и есть Cliff House, это вот идеальный вариант в более таком, ну, либо бюджетный вариант, если это так можно назвать, либо для тех туристов, которые вот путешествуют вдвоем, и им достаточно там одного номера или одного сьюта, и полностью им вилла не нужна. То есть это такой вот вариант. Ну, и еще Beach House, можно бронировать номера конкретно на нижнем этаже, но это Beach House, да, это, да, это и есть как, да, раз нижний этаж, правильно? Beach House, он тоже состоит из двух этажей, но там около Beach House нету бассейна. Соответственно,
приватность у гостей, которые на первом и втором этаже, она не нарушается, они не видят друг друга с первого и второго этажа. И поэтому beach house, да, можно либо первый, либо второй этаж бронировать, и у нас как раз там такое разделение тоже есть, это возможно. Uh-huh. Да. У нас клиенты проживали в Ocean House и жаловались, что неудобно для семьи. Ну вот о чем мы говорили только что. Да, смотрите, с точки зрения Ocean House, если в семье, например, очень маленькие детки, условно говоря, да, и у них нет няни, то не очень комфортно с точки зрения того, что вход на второй этаж немножечко изолирован, то есть они не заходят в одну гостиную комнату и потом расходятся по своим спальням. Вилла построена, сконструирована таким образом, то, что гостиная комната и мастер-бедрум находятся на первом этаже, а вход на второй этаж, то есть лесенка с внешней части, то есть это как не коннект даже, потому что изначально, когда отель строился, вот концепт была идея, что это будет конструктор, можно бронировать отдельно верх, отдельно низ. Но как практика показала, с точки зрения приватности именно, это ну, не было позитивным. Поэтому, да, если это семья, в которой детки, например, нет няни, нужен там, постоянный контроль за детьми, Ocean House, наверное, ну, будет в этом плане не самым удачным вариантом, к сожалению. Вот он хорошо подойдет либо дети, когда постарше, либо где есть няни. Вот с нянями это идеальный вариант, потому что второй этаж — это два коннект-номера, ну, то есть две коннект-спальни, и няни на втором этаже постоянно с детками. Поэтому тут Bay House, наверное, будет более комфортный Bay House, потому что они, ну, вот вход у них прям на виллу один. Спасибо большое. Есть нюансы. Спасибо большое за вопросы. Действительно, отель не совсем типичный, да, для Сейшел, и не совсем простой, да, для понимания агента, для того, чтобы его предлагать. Поэтому, конечно, вопросов к нему возникает очень много. Поэтому, если вдруг, да, будут какие-то такие вопросы, нюансы, не стесняйтесь, пишите, постараюсь помочь. Если будет возможность, и там требуемая категория будет в наличии, я могу быстренько снять рум-тур и скинуть на телефон, да, как там коннекты вот эти вот выглядят для полного понимания, для того, чтобы туристам было комфортно. Потому что, да, действительно, отель новый, и есть определенная специфика. Возможно, это даже наша изюминка. Вот, поэтому не стесняйтесь, пишите, буду помогать обязательно. Спасибо, Наталья. У меня еще остался последний вопрос, и он касательно персонала. Есть ли персонал, который говорит на украинском или на русском языке? Да, есть. Хорошо. Что ж, коллеги, я вижу, что нет вопросов пока, поэтому большое всем спасибо. Спасибо за активность в чате, за оставленные вопросы. Я думаю, что было максимально полезно, потому что продукт действительно новый, и это бутик-отель, это ну, немножко нестандартный, не такой привычный формат, к которому мы привыкли, да, однако очень интересный. Тема, где поднимается творчество, да, где показана вот эта вот такая немножко атмосфера, да, креольская, при этом творческая. Вот, мне кажется, что у каждого из агентов, которые будут слушать, возможно, есть такие клиенты, которые тянутся, например, к такому продукту и которым это будет актуально.